Дисклеймер. Данное видео осуждает употребление алкоголя, запрещенных веществ и табака. А также в видео присутствует мат, ненормативная лексика и признаки шизофрении. Данное видео носит информативный характер и призывает вас не вести себя, как в данном видео. Приятного просмотра. Внимание! Данное видео доступно для просмотра лицам старше 16 лет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рязанский проспект. Ребят, блядь, ты идиот, прости меня. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – лайнерная. Сейчас ты меня реально выйдет. Итак, последние кадры. Сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству. Я, брат!
Здравствуйте, не могли бы оставить комментарий, пожалуйста? Ну что, жалко. Жалко, что ежик уходит. Здравствуйте, не могли бы оставить, пожалуйста, комментарий насчет данного события? События интересные. Так, идем дальше. YouTube-канал «Блог за фотограф». Хотите выдать комментарий? Здравствуйте, студия Эдам. Приветствую. Шоу получилось прекрасно. Вы меня, наверное, знаете, зрители, если давно смотрите игры, я не знаю. Да. Итак, дамы и господа, сейчас у нас толпа. Да, еще кто-то какой-то, что так? Давай, какой это канал? Канал «Студия Эдам». Так, очень приятно. У меня канал «Блог за фотографа». Давай, да, давай комментарий. Да. Так, хотите дать комментарий? Честно говоря, ну... Как вам проводы ежика? Ну, могли бы просто тихо его проводить. Хорошего вечера вам. Спасибо. Так, так. Сотрудники полиции уже тут, поэтому... Пойдем. Мы уже идем. Простите, пожалуйста. Итак, дамы и господа, толпа. У нас толпа прям откровенная. Простите, что веду комментарии, но это словами не описать. Здравствуйте. Здравствуйте. Канал «Студия». Это не могли бы, пожалуйста, оставить комментарии? Да, очень понравилось, жалко ёжика. Ну вот, хоть остался какая-то память от ёжика. О, здравствуйте. Здравствуйте. Здоров. Да, не могли бы оставить, пожалуйста, комментарии? Это позор. Это позор однозначный. Здоров, здоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Оставьте, пожалуйста, комментарий для канала «Студия Эда». Короче, вот мы проводили новогодний ЕЖ3 в депо. Неизвестно, что будет в следующем году. Ну, скорее всего, его спишут, а дальше не знаем. Ну да. Большое спасибо. Итак, дамы и господа, мероприятие окончено. Это было воистину ужасно. Давай. Здравствуйте, канал «Студия Эда». Представьтесь, пожалуйста. А вы YouTube-канал ведете или просто так пришли? Приехал попрощаться. Оставьте, пожалуйста, комментарий насчет прощения с ежом. Рад, что здесь собралось столько людей. Все мне неравнодушны для этого поезда. Очень надеюсь, что он вернется. Я вам сразу скажу, нет. Вернется. Потому что я не так услужил 150 лет. Большое спасибо за комментарий.
Итак, ребят, это снова подборка комментариев. И сегодня у нас в гостях Ярик Транспорт и... Крис-метро Ебаширов. Кристоф Носкович. Да. Давайте слово дадим Ярик Транспорту. Добрый вечер. Здравствуйте. Оставьте, пожалуйста, комментарий насчет данного прощения. Ну, это абсолютно кринж, как бы, так. Наша метро-комьюнити деградирует, я считаю, и его нужно срочно спасать и адекватизацию проводить. Абсолютно согласен, но насчет адекватизации я вот что скажу. В любом комьюнити есть неадекваты. Не стоит об этом помнить. В нашем комьюнити должно быть, чтобы хотя бы большинство было адекватных, а пока что это не так, к сожалению. Да. Канал студии это для видео с прощанием. Разумеется, потом это отправим новостные сводки наподобие Шеридана или, опять же, вот к тому же Ярику. Шеридану, кстати, надо отправить контент для злобы дня, чтобы он вообще... Я как раз таки про это и хотел сказать. Крис, я отправлю видосы свои. Я тебе отправлю видосы без файла, и тебе Шеридан скинешь. Совсем здорово. Только народ, скажите, а то здесь... Канал студии это... Оставьте, пожалуйста, комментарии на счет данного события. Это мне пора домой, потому что это моя станция. Ладно. Рад был познакомиться. Доброе утро, я валю. Доброе утро. А, доброе ты утро. Тоже домой? Да. Доброе утро. Давайте. Доброе утро. Давайте. Доброе утро. Давайте. Да, давайте, давайте. Доброе да, утро. Пока, Володя. Да, все, пока. Бегите, бегите. Ой, я же приеду. Большое спасибо, до свидания. Пока, я домой. Давайте. Пока, ребят. Пока-пока. Пока. Всем до свидания. Пока. Не пукайте. У него там сердце упало. Пока. О! Я увидел слишком много. Пожалуй, хватит на сегодня интернета.